Участница трех паралимпиад Ольга Сергиенко открыла в Югорске секцию волейбола для инвалидов. Напомню, сама она занималась сначала пауэрлифтингом, потом метанием копья и при этом уже давно, как оказалось, хотела посвятить себя волейболу. Окончательное решение Ольга Сергиенко приняла сразу после паралимпиады в Лондоне. Тогда, рассказывает спортсменка, ей позвонил главный тренер сборной России по паралимпийскому волейболу и предложил собрать команду к чемпионату страны. Сейчас в коллективе 15 спортсменок. Из них половина абсолютно здоровые, остальные с поражением опорно-двигательного аппарата. Но все они играют в равных условиях, сидя на полу. Женских команд нету. И вот она у нас будет, да, и мы сможем играть с другими городами. То есть обязательно должно быть и в Ханты-Мансийске, чтобы было несколько команд. Но радует то, что в нашем Югорске это будет первое. Мы уже играли, у нас прям две команды по 6 человек набралось. И получалось очень здорово.